Дорогие мои друзья, всем привет! Меня зовут Ольга, я работаю в самой лучшей компании, в компании Skinny Body Care. Узнайте и услышьте эти слова, эту компанию. Друзья, у нас сегодня суббота, 8.08 2015 год. У нас пришла зарплата за прошлый месяц и недельный чек. Друзья мои, я хочу записать очередной видеоролик с кабинета по своей зарплате. Так, заходим в мой кабинет, мой проплаченный бэк-офис, войти. И заходим в мой первый кабинет. Так, вошли, видно, да, что Ольга Лоскутникова, вот здесь у каждого свой ID-номер кабинета, он у каждого разный. Компания Skinny Body Care, то есть здесь все написано, здесь все вкладочки абсолютно они открываются. И мы заходим с вами в любимую нашу вкладочку, это вкладку «Мой заработок». Давайте нажмем на него. И, дорогие мои друзья, у нас пришли два чека. Пришел, смотрите, я вас сейчас шокирую, пришел недельный чек. Друзья мои, недельный чек, вот посмотрите сумму, и только представьте, это за неделю, друзья, 46 тысяч рублей. Вы можете себе это представить? Я просто, знаете, ну почему я в шоке, хоть, ну как вам сказать, ну не в шоке, я уже за 3 года, в принципе, привыкла к таким суммам. Для вас это, конечно, это шок, это, я не знаю, там, как вы пишете, лохотрон, неправда, невозможно столько заработать, компания не может столько платить. Ну, это дело каждого, конечно, вы можете думать все, что хотите, вы можете слушать своих родственников, которые капают вам на мозг и говорят, что «Оля, не лезь! Киданут тебя тут, киданут, это лохотрон, это пирамида, не лезь». Конечно, можете слушать, это ваше право, это ваши деньги, это ваша жизнь, понимаете? Я работаю ради своих деток, я работаю ради того, чтобы мои детки были полностью в достатке, чтобы у них потом были и квартиры хорошие, и машины, и светлое будущее, и не стоит финансовое положение, чтобы было у них шикарное. Вот, я только ради них работаю здесь. Вы решаете судьбу сейчас просто чисто своих деток, вот и все. Потому что вы сейчас думаете, что как бы это неправда, что это не, ну как, что это лохотрон и все в этом роде. Друзья мои, я не думаю, что я бы 3 года в лохотроне работала. Давайте не будем лирику, да, продолжать. То есть вот это я получила за неделю. Может быть, помните, я как-то записывала ролик, записывала или писала в статусе, не помню точно, что я получила за неделю, что я заработала за один день 17 тысяч рублей. Это вот именно эта неделя была, и плюс компания меня как бы, ну, здесь начисления идут, я за один день 17 тысяч заработала, и потом еще за неделю у меня было много регистраций, в итоге что-то я посчитала там, но я не думала, что мне компания выплатит именно вот такую сумму большую за неделю. Я примерно считала там что-то 37, что ли, вот так вот. А здесь, оказывается, 46, плюс еще доллар на сегодня почти 64 рубля. Это нам вообще в огромнейший плюс. Для вас это, конечно, хреново, потому что вы заходите на пакет, пакет у нас стоит в долларах, да, вход в кабинет, вход в компанию, у нас есть пакеты. Насколько вы уже знаете, все проинформированы моей информацией, вот. То есть у нас пакеты в долларах, да, пакеты немного подорожали, но у нас и зарплата бешеная, просто бешеная стала. Представьте, доллар 64 рубля, у нас зарплата приходит в долларах. На карту Пионер у меня сегодня пришло начисление, пришло в долларах. Я поехала и сняла, я могу снять и в долларах с карты Пионер, и в рублях, дорогие мои. Если вы живете на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Германии, я не знаю, там, Арабские Эмираты, у меня вот еще работает, у меня очень много стран работают, мои веточки, они снимают в своей валюте, то есть у них также карта Пионер, также приходит им в долларах их зарплата, но они снимают уже в той валюте, где они проживают. Вот, я съездила, я сняла сегодня в рублях, записала вам очередной видеоролик, поставила его в статусе, дай бог его не удалят одноклассники, вот, и вот такой чек я получила за неделю. Дорогие мои друзья, давайте посчитаем с вами. Курс доллара у нас сегодня 63.84, и недельный чек меня просто убил, реально, я сегодня ночью, я не знаю, меня тряхануло так, что я вот не могла поверить, что я за неделю получила 728, один раз я получала, за неделю было 800 долларов, был у меня чек,
это в самом начале 800 долларов, потом 500, 400, 300, 600, ну, по-разному было. Но чтобы 800, 728 опять получить, причем я не, ну, как бы, ну, сказать, что я прям сильно выжила себя, да, вот за эту неделю рабочую. Нет, я живая, я перед вами, вот она, я снимаю ролики, я снимаю записи, все-все-все делаю, что я живая, я вот, меня можно увидеть, не стоит потрогать, приехать, поговорить со мной, ради бога, я обычный человечек, я не какой-то там аноним, а вдруг, Оль, это не ты, как мне пишут, ну, конечно, не я, сижу, рисую тут, наворачиваю вам цифры, делать больше ни хрена мне, поэтому вот это за неделю, представьте, у меня был, конечно, шок. 728 долларов, это представьте, так, 728, а, блин, я там подписала, что я 46 получила, даже 46 с копейками, почти 46 с половиной тысяч рублей за неделю, 720 долларов, 728, курс доллара, смотрите, видите, вырос прям сильно, нам это в огромный плюс, поэтому и зарплата тоже у нас как бы увеличилась. Но один хрен за неделю, представьте, вот меня просто, вот меня даже не месячный чек интересовал, а недельный, сколько я за неделю получу, потому что у меня была прям, ну, клевая такая неделя, атасная, и вот сами видите, 46,5 тысяч рублей. Вот только представьте, почему у меня шок, почему меня трихобучит до сих пор спустя 3 года, потому что я просто помню, что у меня Саша получал 10 тысяч за месяц. Вы представьте, 30 дней пахать, ну, выбросите там 26, там, сколько выходных, да, 22 дня, я там не знаю, сколько это рабочих дней в месяц, но один хрен, весь месяц ходить и десятку получать, так мы 13 трясло, эту десятку мы и на кредит, надо за коммуналку, надо за садик, надо вещи купить, надо пожрать что-то купить, просто вот взрыв был мозга, понимаете, просто вот их мы разрывали, мы даже вот их еще на руки не получали, мы уже их, знаете, мы уже их все уже по полочкам все разложили, куда мы каждую копейку денем, ничего вообще лишних трусов себе не покупали, понимаете, вот была такая полная жопа у нас, а здесь я получила за неделю, как можно не орать, мне девочка написала, ну так вы вот столько получаете, что вы каждые 5 минут статусы выставляете, да я вам ору, я вам кричу, мне охота выйти и заорать на всю улицу, что все люди вот настолько, я не знаю, зомбированы что ли, я не знаю, как это назвать. Вот вы сейчас что хотите про меня думаете, но у меня сейчас внутри все просто бурлит, потому что вы на самом деле вот реально вот как зомби, понимаете, вы говорите, я боюсь сюда 5 тысяч вложить, да вы в своем уме или нет, вы услышите меня, я уже ору вам, что здесь зарплата просто бешеная, главное меня слушать и работать по моей тактике, я придумала такую тактику, что вы, ну это просто вот, я не знаю, это взрыв, я не знаю, регистрации, взрыв зарплаты, и я не знаю, как даже вам вот это объяснить, я придумала супер классную тактику, которая просто вот взрывает не стой, все, и как можно писать, это не мое, ой, это не может быть, либо там еще что-то. Это ваше право, я никого абсолютно не уговариваю, поверьте мне, девочки, если вы не регистрируетесь, это не значит, что я меньше начну зарабатывать, я как зарабатывала большие суммы, так и буду зарабатывать, я поработала плотно, я поработала зашибись, я поработала, не знаю, я не вылазила из комнаты, но я живая, но так зато я за неделю 46 тысяч заработала. Вы только представьте, за неделю, а если буду каждую неделю так долбить одноклассники и работать, Я за месяц могу заработать спокойно 200, вы только представьте, да, может быть, я для вас сейчас какая-то дура, сижу там вам, лясы точу, что попало там говорю, не важно, что вы про меня думаете, важно то, что я вам сейчас говорю и даю возможность вылезти из того дерьма, в котором вы сейчас есть. Как бы это грубо сейчас не звучало и вам уши не резало, девочки, но вы... Ну, потому что я сама жила в дерьме, понимаете, я жила по уши в кредите, я говорю, десятку получали, мы ее просто разрезали. У нас вообще лишних денег не было, у нас было доходило до того, что мы не стоим по 5 рублей наскребали на проезд, понимаете, и на хлеб, и я не знаю, лишнего вообще ничего не покупали. Благо меня вот Наталья Галкина, я не знаю, ей... Всю жизнь буду не стою молиться, она меня сюда реально чуть ли не за волосы взяла и не затащила, она меня сюда, вот я не знаю, она мне в
все внушала, и я все равно не верила. 2 месяца сидела, как на иголках, не верила. Но внутри меня вот жил какой-то такой огонек, что, Господи, если сейчас невозможность эту не использую, я потом себя буду просто гнобить. Да, я просрала 350 тысяч в МММ. Да, это было. И представьте, вот и все равно у меня вот какой-то во мне вот этот огонек жил. Я поверила, я зарегистрировалась, я зашла на гол-пакет, я нисколько не пожалела, что я зашла на гол-пакет, на самый выгодный, и на нем больше процент начисления. Он стоит 13 900, так как доллар вырос, поэтому гол-пакет тоже вырос, 13 900 сейчас стоит. Вот на нем больше всего платится, я на него зашла, я нисколько не пожалела. В первый месяц я заработала 53 тысячи. Представьте, в первый месяц. Некоторые мне пишут: Оль, да конечно, у тебя же сейчас куча достижений, у тебя сейчас большая зарплата и все в этом роде. Девочки мои родненькие, я сюда пришла нулевая, я даже компьютер не знала. Я даже кнопки вот эти вот, ну, я вам серьезно сейчас говорю, даже нисколько вас не обманываю, поверьте мне, я даже ничего не знала здесь. Я спрашивала у Саши: Саш, как вот это сделать в компьютере, как вот это сделать, а как вот это включить, как фотографию закачать, как ролик закачать, мой голос, чтобы люди услышали, понимаете? Я вообще ничего не знала, мне не помешало заработать 53 тысячи. Если вы меня будете слушать, если вы будете мне писать каждый день, выжимать из меня всю информацию, реально каждый день мне писать, вы будете получать столько же, девочки. Если вы зарегистрировались и тупо протухли, взяли и все, и спрятались от меня, все, исчезли. Есть такие люди, которые зашли на пакет и все, и пропали. Мне такие люди, дорогие мои, не нужны. Если вы тут не собираетесь работать, даже не вздумайте регистрироваться. Даже не вздумайте регистрироваться. Потому что вы просто просрете свои деньги, вот и все. Если вы зарегистрировались, будьте добры работать тут. Будьте добры писать мне каждый день вопросы свои. Потому что когда я зарегистрировалась, я с Галкиной не слезала с живьем, понимаете? Я ее всю выжила. Я просто все выжила, я всю информацию у нее спрашивала, что так, что не так, как сделать, как правильно. Все, после этого я в первый месяц уже заработала 53 тысячи. А сейчас вообще тактика такая, что она просто взрывает, я не знаю, одноклассники. Работаем-то элементарно на одноклассниках все, ничего сложного нету, тут мешки с сахаром не надо таскать. Все, ладно, я вас загрузила, уже очень много времени прошло по записи. Вот смотрим, это первый чек, давайте калькулятор с вами включим сразу. Вы знаете, как записываю ролик, так из меня, вот я не знаю, прям прет, вот, прям тут хочется вот докричаться до вас, хотя бы вот, пусть не до тебя, который сейчас меня вот, да, слушает, может быть, до другого человечка, кто меня услышит и изменит свою жизнь и начнет работать. Начнет менять свою жизнь, потому что я очень много в одноклассниках помогаю, на самом деле, больным деткам, своим родным помогаю, потому что у меня есть сейчас возможность помочь. Бог меня благодарит тем же зарплатой, просто огромной зарплатой. Я хочу, чтобы ваша жизнь тоже изменилась. От того, что вы зарегистрируетесь, я с вас 5 рублей получу. Да мне что шли, что ехали, девочки, ваши эти, за вашу регистрацию. Не вы, так другие люди регистрируются. Их очень много в одноклассниках, очень. Главное слушать меня и работать по моей тактике, по моей придуманной тактике, вот и все. Так, 728, что там у нас, 40 центов плюс, это один чек. Далее, у нас пришли 2 чека. У нас еще пришел чек ежемесячный, видите, ежемесячно, за команду $390.28. Плюс, это пассивный доход за команду, 390, что там, ой, 28 центов, так, 28 центов, плюс. Так, это с одного кабинета, девочки, сейчас мы зайдем во второй мой кабинет. У меня несколько рабочих кабинетов, потом вы когда зарегистрируетесь, поймете все-таки, куда вы попали, что это действительно серьезная компания, откройте себе второй кабинет. Так, это вот мой второй кабинет, видите, другой уже ID номер. Так, мой заработок, заходим.
Здесь тоже у нас пришел чек 123 доллара 14 центов. Тоже пассивный доход за команду. 100, так, 123 плюс 123 доллара 14 центов равно 1241 доллар. 1241 доллар. Девочки, я сейчас вам записываю ролик с кабинета. Я получила зарплату 80 тысяч. 80! Ну как не орать? Вы мне просто, идиотки, объясните. Ну как не орать, а? Ну как не орать? Вот охота выйти и реально закричать. Ну, вот я, насколько вот хватит моего голоса. Охота выйти и закричать всем. Потому что я сама жила в том дерьме. Я вижу каждого, как он живет. Вот я сейчас нахожусь у мамы в деревне, и я вижу, как люди живут, как они перебираются с копейки на копейку. Я вижу, как они ходят по магазинам, берут все то, что им сейчас нужно. А не так, как я хожу. Я могу нагребсти себе даже то, что я не хочу, понимаете? Потому что у меня зарплата огромная. Она не просто большая, она огромная. Девочки, это, представьте, это пришел месячный чек. То есть это пришел и за неделю, да, и за месяц. Пришло 80 тысяч рублей. Представьте, я же зарабатываю, я же зарабатывала, зарабатываю каждую неделю, правильно? И я потом записала ролик о снятии. Сейчас записываю ролик вам, подтверждение по своей зарплате. Вышло у меня 80 тысяч рублей. Просто куча моря эмоций. Бум, просто вот, ну, все внутри меня сейчас, вот, трехобучит. Представьте, представь, ты столько получишь, что с тобой будет? Ты будешь сидеть молчать, ты не будешь каждому рассказывать, ты не будешь орать? Ну, не знаю, мне кажется, это глупо. Я вот лично, я кричу всем, я всем рассказываю, потому что это реально, это не компания, это находка, это, не знаю, кусок золота, который нужно просто взять и использовать его. Если ты не зарегистрируешься, если ты не изменишь свою жизнь, изменит кто-то другой. Чем раньше ты начнешь работать, тем быстрее ты начнешь менять свою жизнь, тем быстрее ты начнешь вот такую сумму зарабатывать. Но опять же, услышьте меня, тут нужно работать. Работать тут нужно. Не просто ты зашел в Одноклассники, посидел 5 минут и вышел. Это не работа. Если ты хочешь по 100 тысяч зарабатывать каждый месяц, тут нужно работать и выжимать все из своего руководителя. Выжимать именно вопросами, что, да как, да почему. Если ты будешь сидеть молчать после регистрации, можно сказать, у тебя ни хера не получится. Да. Все, дорогие мои друзья, я записываю ролик с кабинета. Все вам показала, доказала. Все, сейчас я иду тратить свои денежки, потом выставлю, что я купила себе. Все, всех люблю. Всем пока-пока, пишите сообщения. На эту неделю осталось несколько рабочих мест, я много сильно не буду, опять же, регистрирую, потому что очень много новичков у меня, много регистраций, и каждого, естественно, нужно обучить и довести до, не стоит, до первой получки, до первой зарплаты, чтобы они почувствовали эти денежки, чтобы они их получили, чтобы они сняли с карты Пионер, все, они почувствуют. Естественно, они начнут еще больше и больше работать, поэтому нужно обязательно обучать новичков после регистрации. Все, всех люблю, всем пока-пока, жду ваших вопросов, и всем пока-пока!